В Украине появилось еще одно воинское подразделение, состоящее исключительно из граждан России – Сибирский батальон. В него вошли русские и представители других народов России, которые приехали в Украину через третьи страны, чтобы вступить в ряды ВСУ. Более того, в отличие от добровольческих подразделений, таких как «Легион Свободы России», «Русский добровольческий корпус», батальон будет частью регулярной армии Украины. Сейчас в батальоне 60 человек. Командир батальона – легендарная личность, якут Владислав Амосов, бывший офицер главного разведуправления российской армии. До получения офицерского удостоверения у меня был военный билет. Мне его оставили на память, потому что слишком он как бы был необычный. А почему необычный? Ну, потому что начинал я снайпером. Потом курсант, разведчик, там старший стрелок, снова курсант, потом еще раз курсант, звание, там награды, там, ну и там список оружия. Все стрелковое оружие, которое стоит на вооружении российской армии, я как бы владею и умею. Все солдаты батальона проходят тщательную проверку украинскими спецслужбами. Но сейчас Украина планирует максимально эту проверку ускорить. Нам нужны россияне, которые наберутся боевого опыта и после победы Украины вернутся в Россию и снесут диктаторский режим Путина. Я готов как бы сейчас, как говорится, с диверсионно-разведывательной группой идти на территорию России и там уничтожать врагов. Враги моей родины – это те, которые сейчас поддерживают эту путинскую власть. Следите за новостями вместе с нами.